Москве солнце. Это такая редкость, но это так красиво, просто невероятно. Как дела, дорогие мои подписчики? Вчера был вечер неадеквата, конечно. Утром сегодня тоже оно немножко продолжается, но я уже стараюсь не читать никакие комментарии, потому что неблагодарно это дело, на мой взгляд. Есть, конечно. Ну, знаете, это как бороться с ветряными мельницами. Это одно и то же, чтобы, я не знаю, там, снимала бы какие-то рецепты и резала бы ножом огурцы. А мне бы сказали, это пропаганда, потому что ножом можно там причинить вред человеку. Или я пью воду, а дети в Африке без воды сидят, понимаете? Едим мы каждый день. Ну, короче. Когда я вчера приехала на эту базу, я задолбала девочку, которая там работает, вопросами. Ну, потому что там еще тир, все дела, то есть там, естественно, стреляли и так далее. И я говорю, а у вас люди что, приезжают вот это все выставлять? Они говорят, да, ну, конечно, а что такого? Я говорю, и все нормально, реакции нормальные. Они говорят, первый раз слышу вообще, в принципе, такие вопросы. То есть, если бы обычный человек выставил бы такое фото, или если бы я его выставила 23 февраля, вы бы ни слова не сказали. Но нужно все время доебаться до публичного человека. По-другому я это просто назвать не могу. Ну, то есть, это откровенное просто докопаться. И по-другому никак это не назовешь. Вы просто, ну, вы решили свою злость, решили выместить на мне. Я всегда была за мир, и вы знаете прекрасно, что никогда в жизни, ни в каких пропагандах я точно не участвовала. Я мирный житель, и всегда ею была. Как это можно было приурочить к тому, что сейчас происходит в другой стране? Сука, ну это же надо вообще вот, ну, серого вещества не иметь. Или как? Вот я просто хочу понять, как, каким образом. Я вне политики в данной ситуации, да, и никогда не буду давать какого-то своего оценочного мнения, особенно в соцсетях. Есть специальные люди, которые готовы это обсуждать, снимать репортажи и так далее. Я к этому никогда не была готова, и я понимаю, что это не сильно благодарное дело. И всегда хочется мира для всех людей, вообще для всех людей на планете. Всегда хочется, чтобы все жили счастливо и спокойно. Поэтому, если вам сейчас больно или страшно, мне искренне жаль, и мне хочется вас обнять и сказать, что все будет хорошо. Но вымещать свою злобу на мне через мои соцсети у вас, ребятки, не получится точно. Ну, правда, уж легче вам от этого точно не станет.